Посольство России во Франции запросило у властей Монако официальное разъяснение по поводу задержания на территории княжества российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Как сообщила французская газета «Монт», владельцы футбольного клуба «Монако» допросили по некому делу о коррупции, а на его вилле прошли обыски. Кроме коррупции, Рыболовлеву вменяют так называемую торговлю влиянием. В Монако год назад ушел в отставку министр юстиции, о котором та же газета «Монт» написала, будто он получал от Рыболовлева подарки. По версии журнала Forbes, сначала Рыболовлев 18-й в списке 200 самых богатых предпринимателей России. Его капитал оценивается почти в 7 миллиардов долларов.